появляется возможность это как бизнес сделать, да, потому что очень многие не сколько с творческой стороны, а с бизнес-стороны. Даже есть, например, звезды шоу-биза, да, они начинают делать линию одежды. Это говорит о том, значит, что они видят в этом финансовую выгоду, да. У нас появляются представители, я могу заказать одну из лучших фирм, да, фурнитуры. Где-то еще года два назад не было этой возможности. Вот это я считаю очень положительным моментом. Те люди, которые подходили после нашего выступления, они говорили очень такие комплиментарные вещи о том, что этника вечна и что мы идем в правильном направлении, именно опираясь вот как раз на такие традиции национальные. Возможность увидеть, как работают другие, это все-таки стимул к тому, чтобы, ну, развиваться. И как я понял, вас даже показывали в Vogue. Да, да, это великая честь все-таки для провинции, можно сказать, получить вот такое одобрение от экспертов. Фэшн-индустрия, она пока еще не сформирована. Главное, это зависит от нас. Мы должны работать над собой, мы должны видеть, мы должны путешествовать. Я со своей стороны, конечно, буду делать все.